решил показать одно явление. Тут вот жуки летучие напали на сирень. И вот там как они ее объедают. Сейчас покажу, что за жуки. Вот они еще испариваются тут же на месте. А вонь идет, как из туалета. Вон сколько их кашится. И на меня нападает. Это недовольный. Вон облепили, все сирени облепили. Я даже не знаю, как с ним бороться, с этими жуками. Просто их тут тысячи. Вон, все обгрызает. Это вообще ужас. Вот листочки остаются. Как саранча какая-то. Вот они сидят. Тоже. Одно из наказаний в Библии – это жуки. Когда Господь прогневается на каких-то людей, на народы, Он посылает разные жуки. Это и колорадский жук сюда входит. Все входит сюда. Вот они сидят. Красавцы, главное, такие. Однако они свое тоже исполняют. Меч Божий. В меч Божий это все входит. Потому что если Господь говорит, десятину будете отделять, там о десятине речь идет. Но кроме десятины, человек еще, конечно, и правильно должен сам жить. Не просто десятину давать. Чтобы десятину можешь давать, а сам не будешь проявлять милость, суд и веру. Вот, и это будет тебе как наказание тоже быть. То есть все в руках Божьих. Надо чисто богобоязни находить перед Богом. За все благодарить Господа нашего Иисуса Христа, Создателя. Вот брат Юрий тут шкурит. Мы эту новую клен срубили. Здесь он как сорняк вот у нас растет. Он быстро растет. Ну и затем помогает нам стройматериал прибывать. Ну как? Все, слава Богу, крутимся. Слава Христу. Я там показал на сирене жуков сколько, видел? Где жуки? На сирене. На сирене? Да. Нет, вот подойди. Отвлекись, пока отдохнешь. Вон туда. До конца вот это, где эти, как капуста, и направо. Там запах такой неприятный стоит. Внимательно подойди, посмотри. Очень интересное явление. Сжирает все. Вот брат Николай принес воды нам. Чистенько заботится. Питьевой. Шарик тут нас охраняет. Да, Шарик? Шарик тоже у нас свою несет службу. Вот. Тут вот братья сделали у нас калитку. Брат старший, вернее, ворота. Да. Без твоего разрешения, прости меня. За что? Я что-то подумал. А что это лучше будет, чем угостить? Просто? Пожалуйста, угощай. А? Кружку только надо взять. Кружку. Потому что некоторые предпочитают из кружки пить. Вот тут брат Сергей тут шкурит. Наши недостатки исправляет. Так. Еще наш отрок трудится тоже. Павел. Вот тебе, Павел, предоставилась так возможность свои шоу таланты развить. Напиток. Да, воды. Если без алкоголя, то будем. Без алкоголя. Сахаром не буду. Я буду. Держи. Убери руки. По старшинству пьют вообще. Кто у нас старший? Вот пьет? Вот ты сам тоже старший. Ну я не могу, у меня руки заняты. Если был бы... Я православный христианин, свинину не ем, значит это сахар, стараюсь не употреблять. Ну не нюхай, что ты нюхаешь? Добавляют. Сейчас, подожди. Давай. Буду ждать 100 лет уже. Давай, Павлик, научайся всему полезному и... Для души. Кепку сними, перекрестись. И для души. Помолись, что. Спасительного. Господи, Господи, благослови меня. Господи, благослови. Все, с Богом. Господи, благослови. Не урони. Не урони.
О, небо какое сегодня. С утра было пасмурно, а сейчас вон как погодка пошла, жаркая. Дойдет до тебя. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.